Красноярский край перешел порог в 55 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли еще 28 человек. Это на двое больше, чем накануне. В регионе заразился 321 человек. Но вот в Красноярске количество новых пациентов за сутки растет с каждым днем, и сегодня их 89. Край все еще занимает 8-ю строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.